Отходят бригантины от причала. Вот, друзья, Селигер. Все, что вы хотите, все вы увидите. Ну и как всегда, здравствуйте! И снова с вами Селигер, Верхняя Волга. Я Владимир Мировов и мой канал Селигерский хуторок. И мы снова в поисках приключений. И как всегда, эксклюзивчик на моем канале. Ну что ж, друзья, поздравляю вас с открытием фидерного сезона на Верхней Волге. На Селигере еще ловить нельзя, только с 16 числа. А вот здесь, уже в Тверской области, открытие фидерной рыбалки. Верхняя Волга, Поребрица, Кожурица, так, уперлась. Самые классные места на Селигере. Вы проезжаете деревню Жуково. Так. И попадаете в сосновые бары. Где полным-полно черники. Судак. Подкилишник. Черники. Брусники. А ягоды какие? Вы представляете, а какие там белые грибы, друзья, фрикцион гуляет. Мне его не взять пока. Самое золотое дно Селигера. А почему дно-то? Это не дно. Это места прекрасные. Так, я не могу его поднять, друзья. Я не могу его поднять. Закилишник под духу. Взял. Попутал все, но взял. Ну, килограмм полтора, наверное. А может, по духу. Смотрите.
Вот она какая рыба водится на Верхней Волге. Вот он. Поребрица, кожурица. Смотрите, какая прелесть, друзья. Ну, килишник точно есть.